Процесс приготовления этого блюда совсем не сложный, а результатом вы будете приятно удивлены. Вкусное и сытное блюдо с помощью мультиварки готовится легко и быстро. Хочу рассказать вам, как приготовить вкусное, сытное и белковое блюдо, горох со свининой в мультиварке. Процесс приготовления этого блюда совсем не сложный, а результатом останутся довольны все члены семьи. Помните, раньше, когда мы хотели приготовить горох, то приходилось замачивать его на целую ночь и потом варить еще 2 часа? Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Промойте горох в холодной воде несколько раз. Мякоть свинины нарезаем небольшими кусочками и жарим в. Пока свинина жарится, нашинкуем лук и натрем на крупной терке морковку. Через минут 10 после начала жарки, добавляем лук и морковь в чашу и перемешиваем, обжариваем овощи до сигнала окончания процесса жарка. Подписавшимся, больше вкусностей. Далее добавляем горох, соль, перец лавровый лист. Все это заливаем горячей водой, хорошенько перемешиваем, закрываем крышку мультиварки, выставляем режим тушения и время готовки 1,5 часа. Жду ваших лайков и комментариев. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Горох колотый, 1 стакан. Вода горячая, 2 стакана. Мякоть свинины, 500 грамм. Лук репчатый, 1 штук. Морковь, 1 штука. Растительное масло, 2-3 столовые ложек. Соль, 0,5 столовые ложки. Перец, 1 щепоток, по вкусу. Лавровый лист, 1 штука. Количество порций, 2-3. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Люблю вас, друзья, жду снова.